Привет-привет, друзья, товарищи! Вновь канал Покемоша Лайф. И вдогонку к видосику про хлебный вагон хотим показать вам еще один уникальный, чуть менее чем полностью, нет, не вагон, а целый поезд. Вот уж это точно полный эксклюзив. И опять от Горьковской железной дороги. Но перед интродукцией позвольте напомнить о профессии путейца. Что обычный пассажир может сказать о ней? Ну, путейцы подчиняют рельсы и шпалы, прокладывают железные дороги, а еще стоят с желтыми флажками. Примерно как в мультике. Дяденька, вы там трубы прокладываете? Хап, правильно, трубы прокладывают. Но вряд ли пресловутый пассажир знает, что взаправду представляет из себя труд обычного монтера пути. Кроме того, что это считается самым тяжелым физическим трудом на железнодорожном транспорте, нужно еще учесть характер данной работы. Уехали рано утром на перегон, ударно, в полную силу поработали на окне. И потом едут с тяжелым инструментом уже, как получится, на исходную позицию. Поесть зачастую в поле, помыться только у себя в ПЧ или дома. В общем, даже элементарные удобства под большим вопросом. Ой, тепленькая пошла. А как бы хорошо, чтобы прямо в пути монтер мог и душ принять, и переодеться, и покушать, и даже сыграть партию в трик-трак. И вот, тогдашние руководители ГЖД, прежде всего Булгаков, задумали-таки помочь ребятам в этом направлении, приняв решение разработать некий чудо-поезд, который обеспечит путяк всем необходимым. Вот интересно, как бы сегодняшние инженеры выполнили поставленную задачу? А тогда умельцы решили приспособить для поезда вагоны, которые в обычной жизни вообще никак не сочетаются, и просто какой-то кринге. В качестве тяговой единицы взяли... Да, вы, конечно, догадались. Моторный вагон от уже знакомого нам электропоезда бедолаги R9-10. Да что ж такое-то? Тут вот предлагают посмотреть мульт без 5 минут Уолт Дисней, поучительный и все такое. Итак, R9-10. Первая голова 10-01 сгорела на работе. И их осталось 9. Вагоны 10 и 7 передали электропоезду R905. Пятый вагон стал подменным, катаясь черт знает как с разными поездами. Голова 09 и мотор 08 отдали в Щербу на опыты. Четвертый мотор переделан под электроматрицу «Колос». Шестой мотор переделан под матрицу «Добрыня». И вот остались два брата-акробата. Разумеется, той тяговой секцией для будущего путейского поезда стал моторный вагон 10-02. Ага, вот и прорисовываются контуры будущего проекта. Прицепить по бокам головы от других корыт и изменить внутреннюю планировку. Но нет, ребята из техотдела, или как он там назывался, решили применить абсолютно новые фичи, а именно использовать для голов барабанную дробь. А тут не надо читать. Использовать пассажирские плацкартные вагоны. What? А кабину-то где брать? Сделаем прямо в самих вагонах. По бразильской системе. Ошалеть. И вы знаете, сделали такие. Вот, прошу, поезд ЭПБ. Варианты расшифровки ЭПБ пишите, пожалуйста, в комментах. Так, что мы имеем? Ну, во-первых, это трехвагонный поезд. Во-вторых, это реально бывшие плацкарты. Но в середине, о май, вагон от корыта R9-1002. Видно, что он шире, чем плацкарт. Это и понятно. Обычный пассажирский вагон имеет ширину 3106 мм. А электропоезд целых 3521 мм. Получается, с каждой стороны моторное корыто упирает на 20 сантиметров. Ну так электропоезд имеет не габарит третьей степени. Интересно, что поезд стоит на станции Горький Московский на 21-м пути, а сзади
Позиция с чехом еще в правильном окрасе, и даже крыша над кабиной не серая, и уж тем более не красная, а желтая, почти сток. Продолжив изучать фоточку, можно увидеть, что плацкарты разные, с разным количеством ребер на кузовах. У ближнего вагона, назовем его первым, по две гофры сверху и снизу, не считая молдинга. А у заднего плацкарта снизу два ребра, а сверху все четыре. Вероятно, первую голову сделали из такого вагона, образца 1960 года. А заднюю голову из такого, Егоровец, Ленинградского завода, такой же древний. Таким образом, видно, что для переделки использовались старые пассажирские вагоны, уже, как говорится, пожившие. Тоже можно отнести к средней единице. Мотору от корыта выпуска 1962 года. Зато не жалко. Сравнивая нашего героя с Колосом и Добрыней, о которых мы уже рассказывали в ролике ранее, можно найти немало сходства. По сути, только количеством окон кабин машиниста не отличается. Три на электромотрисах и два на сегодняшнем пациенте. Булгаковская школа. Мы тут подготовили интервью с уважаемым бригадиром пути Евгением Александровичем, который, будучи путейцем, лично застал в работе этот поезд. Всем здравствуйте! Сегодня расскажу вам вкратце о специальном поезде, который в конце 80-х, начале 90-х годов перевозил рабочих железнодорожников по объектам работы. И предназначался для перевозки путейцев, монтажников, электриков, механиков СЦБ и других рабочих. Когда производилась какая-то работа в пределах дистанции, на другом участке или даже в другой дистанции, специально подгонялся этот поезд, куда садились рабочие и ехали на место работы. Там поезд дожидался рабочих, потом уже возвращался назад. Если работа производилась на станции, в пределах станции, то, соответственно, поезд дожидался в пределах этой станции. Если на перегоне была работа, рабочие выгружались на перегоне, поезд уезжал до ближайшей станции, где находился в режиме ожидания, до команды забрать. Там же вот был один вагон электропоезда моторный в серединке. Да, да, и совершенно верно. Два по бокам пассажирских вагона, да. Переоборудованные. Да, они были переоборудованы для перевозки рабочих. Там были даже специальные комнаты. Были спальни на случай ночевки, если какие-то ночные окна, например, идут. Если идут суточные работы или, например, рабочие, которые на вахтовом режиме работали. Да, естественно, там неделю на две уезжали. Соответственно, помимо этого была кухня, также находился туалет. Ну, все удобства были созданы. Комнаты, спальни и кухни за счет чего были созданы? За счет сноса купейных перегородок. И, соответственно, за счет нескольких купе, в размерах нескольких купе, были созданы несколько комнат. Комнат, спален с кроватями, соответственно, для ночлежки, кухня, где можно было готовить, покушать и так далее. А бригада локомотивные, которые там были, они тоже были какие-то свои? Или просто их депо локомотивные? Нет, депо, локомотивное депо. Также их задействовали, да, для перевозки надо, например, вот сегодня. Все заранее договаривались, заранее их снимали на этот поезд и везли по месту назначения. Благодарим Евгения Александровича, очень интересный рассказ. Пообщавшись с еще несколькими железнодорожниками, которые также были современниками этого поезда, резюмируем следующее. Плацкартные вагоны по бокам имели комнаты отдыха, столовую, кухню, возможно, но не точно, там же размещалась душевая. Почему мы не уверены в этом? Потому что у нас нет сведений о заправке того поезда водой. А средний моторный вагон, скорее всего, имел обычный салон с лавочками, как и на привычном всем корыте. Иначе говоря, интерьер в нем не переделывали. По конструкции. Все подвагонное оборудование, предусмотренное в прицепных вагонах R9, разместили также на пассажирских под кузовами.
Прежде всего мотор компрессоры, аккумуляторные батареи и прочее. Силовые аппараты, тяговый трансформатор, выпрямительные установки, контакторы практически без изменений остались на вагоне от электрички. Конечно, интерес вызывают кабины машиниста чудо-поезда. Увы, в инете, похоже, нет фотографий этих кап. Но по рассказам очевидцев, пульты почти не отличались от привычных пультов серийных R9. Хотя сами кабины, размещенные в бывших тамбурах вагонов, конечно, выглядели иначе. Работали на путейском поезде в два лица, в отличие от Колоса и Добрыни, где хватало одного машиниста. Причем, как говорят, бригады были чаще всего одни и те же, эдакая закрепленная езда. А что думает уважаемый Евгений Александрович о востребованности нашего поезда? Реально приключение было с таким поездом работать? Если брать времена до того, как он появился. Ну, лично по мне, если, например, ты был непосредственно работником путевой колонны, так сказать, разъездной бригады, то это безусловно, потому что не нужно было ожидать машину, в которую там набивались по 20 человек, как кильки в банке. Инструмент, естественно, тем более инструмент объемный, достаточно громоздкий, тяжелый. Не приходилось думать, заберут тебя или не заберут, прибудет эта машина или не прибудет. А здесь все как-то было строго, все это было точно отлажено. Приехали, погрузились, приехали на место назначения, отработали, вернулись со всем инструментом обратно. Ну, лично по мне, я считаю, вот для разъездных бригад это прям изумительно было. Слушайте, спасибо большое, Евгений Александрович. Спасибо вам. Да, спасибо за ваш труд. И всегда рады вас видеть и с вами работать. Спасибо вам, спасибо. До свидания. До свидания. Отметим, что один из машинистов электропоездов, который бывал внутри путейца, главным достоинством отмечал возможность работникам после трудового дня лечь в полный рост на койку, что, конечно, было намного комфортнее, чем сидячая езда после трудового дня. В то же время тот машинист упомянул о глубокой старости этих вагонов. Все такое древнее, полки эти и запахи старости. Зимой поезд почти не катался, отстаиваясь в ПМС-40 станции Ильино. Зато летом, когда у путейцев максимум работы, наш герой был на расхват. Ведь, как мы помним, его услугами пользовались не только сами путейцы, но и ЭЧЭшники, СЦБисты. Конечно, 4 тяговых двигателя моторного вагона не могли обеспечить высокую динамику составу, но до 80 км путеец разгонялся более-менее сносно. Работать бы ему доработать, но в сентябре 1998 года произошел пожар, в котором все 3 вагона были уничтожены. На этом, увы, трудовой путь ЭПБ был завершен. Готовя этот материал, мы обратили внимание на 2 момента. Первый так – барахло. На разных фотах пациента можно наблюдать 2 разные серии. Сначала ЭПБ, а затем МВП-1. Так что это 2 разных поезда, построенных ГЖД для рабочих? Внимательно сравнив вагоны, мы увидели, что они полностью идентичны. Значит, для какого-то лешего серию просто переименовали в процессе эксплуатации пациента. Редчайший случай, надо признать. А второй момент глобальный. Почему нужно было задействовать для голов пассажирские вагоны, а не какой-нибудь банальный чематри или хотя бы голову от эрки? С локомотивами в целом понятно. Тепловоз обычно арендуется у локомотивного депо, их не хватает, могут быть траблы с чужими бригадами, но чем плохи Р-7К, который, по слухам, тогда можно было бы использовать? Некоторые пользователи давали такой ответ. Дескать, проектируемый поезд должен быть более комфортным, чем стоковый Р-9 с деревянными лавками. Ведь в путейце можно и поспать, и сходить в душ, и сготовить еду, а заодно и покушать. Всех этих благ электропоезд лишен. Но встречный вопрос. А что, строить кабины с нуля, тянуть сотни метров новых проводов, пыхтеть над схемой проще, чем в вагоне электропоезда осуществить переделку салона, разместив переборки и смонтировав все перечисленные ништяки?
Если вы, уважаемые зрители, имеете мнение по данному вопросу, напишите в комментах, прям не знаем. Ну вот, еще одну редкость мы обозрели на канале, не дав ее полностью забыть. Конечно, задумка интересная и радует, что Горьковская дорога уже в то время занималась этими вопросами, стремясь улучшить условия труда простых работяг. В очередной раз печаль, что не сохранили столь необычную машину для музея. Друзья, товарищи, надеемся, ролик вам понравился. Можно оценить его лайком или дизом. Напишите, что, по-вашему, можно улучшить или изменить в этом поезде. А, и проверьте подписку на канал. Всем спасибо большое за просмотр, всем удачи и до новых видео!